Всем здравствуйте, дорогие наши подписчики. Смотрите, нас круговую обкружила вода. Даже дошло до полей. И как бы получается, с этой стороны тоже вот она вода идет. И вот еще, вот смотрите. То еще, думаю, день-два вода может даже еще и за эту дорогу затопить. Но если будет подниматься, конечно. Утро я говорил, трансформатор в воде нет. Вон, смотри, Андрюш, уже вода дошла до этого трансформатора, или как там правильно сказать. Нас полностью окружила вода, мы в круговой воде. И получается, по деревне даже в нашу сторону дорогу перекрыли. Ой, господи, зиму перезимовали холодную за 40. И это перезимует, то есть переживем. Главное, чтобы не было таких сюрпризов. Не дай бог, конечно. Вот видите, уже у дороги как у обочины такая вода. Ну, как до тут, до сюда еще не дошла. Постепенно доходит. Да, у нас рейсовый автобус отменили на данный момент, так как дорога в Шкодино, это деревня, это получается с Сомского моста, первая деревня. Там очень сильно все затопило, дорога перекрыта, ни машины, ни автобусы проезжать не могут, поэтому перекрыли. У меня никого. Давай с Богом. Давай с Богом. Мы из Галкина 2 выехали, едем в село Подивинское. Как обычно, это наша дорога. Интересно, там дальше есть вода? Нет, ну сейчас посмотрим. Начинает вода, ой, трава зеленеть. Я же про воду говорю. Так, кстати, смотрите, вот тоже вот. Видите, вот в поле вода. Вот. Просто машина едет, друзья. Вот, видите, уже вода где. Я же говорю, мы полностью окружены водой. Андрей, смотри, даже там вот, дальше смотри. Не было вчера, когда ты ехал, да? Вот в полях, смотрите, сколько воды, вот она. Вот так как-то. Да, кстати, у нас в деревне Галкино, у некоторых уже дома в доме, но не в самом, да внутри дома, а в территории дома уже вода. Половина огородов тоже все. Я сейчас после этого видео пройдусь по нашей деревне, полное видео сниму. Все кругом сниму полностью, посмотрите, что у нас на данный момент, какая обстановка в нашей деревне Галкино 2. Ну, лошади, Андрей. Вон они. И море по колено, да? Вчера были, ага. Ой, смотри, вода еще и здесь, Андрей, смотри. Здесь везде водичка, у нас всегда есть. О, лошади. Лошадям хорошо, и трава рядом, и вода рядом. Они даже могут и дома не жить.
Ну, здесь, смотри, уже вода убывает, смотри, видишь? Тут уже меньше становится воды. Тут так-то было, ё-моё, как бассейн настоящий. Тут уже потихонечку... Сюда, наверное, из Тобола не проходит, пока. Но... О, в поле поехал, видишь? Беги. Остановку проверять, наверное. Смотрите, вы видите, вот тоже кругом, как говорится, вода, вода, кругом вода. С одной стороны, хорошо, что кругом вода, может, даже в этом году пожаров не будет. А то уже некоторые предполагают, вода уйдет, пожары начнутся. Не дай бог, конечно. Но к тому моменту уже трава зеленая будет, может, и не будет ничего такого. Подеринска мы приехали. От нас до всего Подеринска от Галкина второй 5 километров. 5 в одну, 5 в другую. Да?